Привет, друзья! Сегодня прошел мой 22-й тренировочный день из 100 запланированных по программе «Сотка». Делюсь впечатлениями. Программа хорошо работает. Удобна она тем, что подойдет как новичкам, так и уже профессиональным любителям, наверное, так скажем. В нее входят всего 3 упражнения, да, это подтягивание, отжимание и приседание. Плюс удобство в том, что вы сами повышаете уровень сложности постепенно, исходя из своих возможностей уже, ну, по ходу тренировок. Но в то же время это является и минусом. Вот, но это я на себе испытал. Как бы уже к дню 15-му начинает надоедать однообразие тренировок. И как-то подступает желание, как говорят, слиться. Ну, меня как бы поддерживает мой опыт, да, то, что я все-таки привык тренироваться. Для меня тренировки — это нормальное дело, даже если это очень однообразно. Ну вот я неисправимый, все равно мне хочется внести какое-то разнообразие. И вот на 22-й тренировочный день, тут и так автоматом добавили немножко разнообразия. Теперь я выполняю не 4 круга, а 5 кругов. И я все же еще решил добавить разные виды отжиманий, приседаний и подтягивания. Ну, то есть постановка рук и ног. Не сильно там что-то изменяю, но уже будет разнообразие. Не так скучно, думаю, веселее пойдет процесс. Продолжаем заниматься. Постараюсь записать следующее видео спустя еще 20 дней и поделиться новым отзывом. Пробуйте, присоединяйтесь. А еще что хотел сказать важное, так как хоть и однообразное, но так как мне подсказывает опыт, то все-таки это нужное упражнение, и это база. А улучшив базу, дальше будет легче, проще в других упражнениях, дисциплинах. Это проверено не раз. Плюс вырабатывается замечательная привычка хоть немножко, но потренироваться каждый день. Ну, почти каждый день. Все, друзья, пока. До новых встреч.